Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, ведь в этом мире я и ты. В избытке сил обновления, познавшая радость и любовь, в простом ты видишь все творение и к жизни новой вновь готов. 9 июля. День Давида земляничника. Назван в честь преподобного отца Давида Солунского. Упражняясь в воздержании с молодых лет, он явился перед людьми как бы ангелом во плоти. Жил в палатке под миндальным деревом 70 лет, молясь и постясь. Мужественно перенося то стужу, то сильный зной, он сделался как бы бесстрастным. Однажды он взял в руки разожженный уголь и, возложив на него фамиам, предстал так перед царем и кадил на него, причем руки его нисколько не пострадали от огня. На Руси в этот день уходили в лес собирать землянику, а сам день назывался земляничником. Отправлялись в лес целыми семьями, чтобы привлечь к сбору даже самых маленьких детей, приучая их к труду. Одновременно собирали и листья земляники, чтобы на их основе готовить лекарственные средства. Например, высушенные листья добавляли в чай. Такой напиток помогает восстанавливать силы, повышает иммунитет и улучшает общее самочувствие. Приметы. Солнечный день сегодня, значит, хорошая погода продержится до осени. Чтобы сегодня успешно занять деньги, надо положить в карман листья земляники и отправиться просить взаймы. Если при поливе рассада полностью впитывает в себя воду, жди засухи. И если вода остается на поверхности, жди дождей. Ну что? Самое время заняться целебной кулинарией. Я Геннадий Малахов, приветствую вас у экранов, а мой гость Таня Ларич у себя на кухне. У нас сегодня в меню капустное блюдо. Оладушки из капусты. Почему я выбрала капусту? Я очень люблю капусту. А я думал, ты хочешь, чтобы у тебя был побольше. Кстати, капуста способствует этому в какой-то степени. Я заготовила этот вопрос. Предметом. Ну, я думала задать его в конце, ладно. Тогда, может быть, с самого начала. Это миф, откуда растут ноги о том, откуда растут ноги того, что от капусты растет грудь? И растет ли она только у женщин, или растет она еще и у мужчин? Ну, я думаю, что у мужчин она особо не растет, но если смотри, вот так вот взять и посмотреть, она уже напоминает... Есть такое, да, полусферка. Да, полусферку напоминает. И дело в том, что все то, что дает какой-то объем, ну, будем говорить, косвенно может влиять и на увеличение и груди. Ну, и получается, что можно есть... эти арбузы, ананасы, почему вот капуста? Ну, именно капуста считается. Ну, вот почему? Почему? Ну, согласно древним поверьям, это так уж можно рассматривать. Ладно, но с точки зрения народной медицины, на самом деле, первое, что я хотела у вас узнать, Геннадий Петрович, это почему от хрустящей капусты люди сбрасывают вес? От хрустящей капусты люди сбрасывают вес потому, что в первую очередь еще древние диетологи, будем так говорить, или врачеватели, они уже говорили, что она обладает свойствами усиливать жизненный принцип ветра, который как раз и вызывает сухость и холод в организме, то есть подсушивает тело и охлаждает. Поэтому, уже смотри, капусточку, ну, в зимнее время есть ее так в больших количествах нежелательно. А вот что касается для того, чтобы человек построил, дело очень хорошее. Ее можно там тушить. Ой, я, знаете, я капусту люблю с детства. У меня мама очень хорошо готовит. Я обожаю тушеную капусту как сложный гарнир. Когда, ну, к какому-то виду мяса подается, значит... Морковочка? Нет. Там все... Может быть, не так... Ну, там? Нет, я, смотрите, сложный гарнир заключается в том, что отдельно лежит пюре и отдельно лежит капуста. То есть сложный гарнир из пюре и тушеной капусты. Вот. И это настолько вкусно, например, с рыбкой какой-нибудь. Вот смотри, Танюша, оказывается, это неверно. С позиции целебной кулинарии, либо вы делаете тушеную капусту и едите ее с мясом, либо же вы... тушеную капусту кушайте с картошкой. А получающуюся
А когда получается вот этот сложный гарнир, он уже не особо полезен для пищеварения. Поэтому смотри, я в первую очередь в капусте меньше всего калорий. Далее она создает объем, что очень важно, в желудке человек наедается. И к тому же она является, несмотря на то, что калорий мало, сытным продуктом, который дает еще организму силы. Глубокий отдых, вот так, полную грудную клеточку, ага, воздухом заполнили, язычочек вперед, вот, максимально, вот сюда, до подбородка.